Так, всем привет, с вами снова БЗМДК. Я БЗМДК. Вот это желтый бегает у нас Бразерлин, вообще в очках такой у нас, модный. Важно, это спам. Спам. Это Крипер, Оумен. Здесь у нас слаймовый, который почему-то банан. Это у нас какой-то Малик Стик, ну, видимо, он наш. И какой-то иностранец. В общем, погнали. Иностранец. Ну так, итальянец. Мне китайцы, то ты у тебя ВК китайский, не пойму. Вроде японский, не китайский, я не помню уже. Короче, Крипера убили в охране, и там от этой стороны убегал БЗМДК. Так, это не я, это не я. В охрану вообще не ходил. Но не стоит исключать, не стоит исключать, не стоит исключать, что предатель мог просто улететь в люк, а БЗМДК дебил и просто мимо трупа пробежал. Ну, да, я не думаю, что это ты дебил. Ну, ты что-то прикрепишь? Меня. Нет, я просто... Я просто сказал, что я видел. За несколько лет. Потому, чтобы сказать одну важную вещь. Вы меня слышите сейчас? Давай, давай. Вот Малик Стик сказал, что он ученый. Угу. Давайте похлопаем этому в ладоши, так как у меня уже разрядился мой iPad ученого. У нас сколько ученых вообще? Один, два... Два должно быть. Два инженера, два ученых, вроде бы, я хз. Ну, не знаю, может, у нас два ученых, но если у нас один, то Малик Стик предатель. Давайте это сюда пропустим, в следующий раз, если увидим, мы выйдем. Да, окей. Так, подпишитесь окей. На мой канал в Ютубе! Ура! Не-не-не-не, ну-ну-ну. Такое мы исключаем. Реклама! Что делать, если у меня уже второе задание по бензину? Я уже второй раз наливаю бензин. А еще мне выключили свет. Добавляю. Так, розовый, не убивай меня. Ура. Что это мы тут вокруг меня крутимся, а, БЗМДК? Бьем. Я слышал открывающийся люк. Снова. Наш БЗ1МДК, просто я проходил и решил по приколу около кафетерии поболтаться, и в итоге, просто по приколу, когда я проходил, просто из ниоткуда, именно из верхнего отдела, вылез наш БЗ1МДК. Он 100%. Мы еще в самом начале на него знали, так что... Вдруг он этот, как там, который в люки залезает? Нет. Это уже не нам решать. Я надеюсь, тебя примут в аду с почестями. Сосать Америка, да. А вот не надо было на меня залазить, там это, пытаться меня убить. Но-но-но. Так, а еще у меня вызывает подозрение зеленый. Он уже второй раз подходит ко мне, смотрит, что я делаю, и уходит. Так, у меня последнее задание.
Это хорошо. Но надо выиграть заданиями. Привет. Привет. Так, я сделал все задание, я иду на камеру. Ой-ой-ой, кого-то убили? Да, нет, другое. Не можем нажать кнопку тогда. Не, я просто слышал очень печальный возглас. Маты. Ну... На монтаже я буду их, кстати, запикивать, если что. Что происходит-то, а? Что-то очень печальные возгласы повторяются. Что происходит? Я уже прочекал всю комнату, трупа нет. Только связь не чекну. Нет, связи тоже нет. Трупа нигде нет. Так, розовый. Бегаем, бегаем. Такого лишего. Зачем? Зачем? Mm-hmm. Что происходит? Пояснительную бригаду. Не знаю. Малик. Опять рекламировать свой канал будет, что ли? Малик. Кто такой Малик? А, понятно. И желтый. У нас один предатель, гений. У нас один предатель, я остался. Так что я пока... Я думаю, это спам. Я не знаю, я уже проголосовал. Извините, пожалуйста. Ученый. Блин. У нас три ученых, что ли, или что? Что происходит? Так, ну я за спама, я за спама. Угу. Угу. Если это не Малик, это спам. Пу-ру-пу-пу. Ля-ля-ля. Так, отойди от меня. Отойди от меня, что ты за мной бегаешь? Тапаем на кнопку. Тапаешь ты, тапаю я. Блин, ну кто свет выключил? Что за тварь? Почините свет, плиз. Пацаки. Розовый, чини свет. Так. Ну ладно, спасибо. Бежим на кнопку, бежим на кнопочку, кнопочка, кнопочка. Тапаем, тапаем. Тапаем, тапаем. Малик умер. Тап-тап-тап. Тап-тап-тап, пока. Все поголосовали. Нифига тебе. Твою дивизию. Что делать? Это очень хороший вопрос, потому что обоим вам я доверяю. Но прикол в том, что у лайма, который банановый, банановый лайм, короче, у него всегда, у тебя спокойный голос всегда. Испуганный? Спокойный, спокойный, спокойный. Ты чисто просто... Вот розовый вызывает подозрение. Ну, он матерился. Да. Так. Я нажму на кнопочку, потому что кого-то могут убить, и мы сразу проиграем. А так у нас есть шанс. Так. Конечно, я, может быть, нарушу правила из-за того, что я говорю, когда я призрак. Но почему меня никто не предупредил, что у нас два ученых? Там сказали, что два ученых, два инженера. Когда? Ну, во-первых, сказали вроде бы. Ну да, не сказал.
Да, не сказал вроде бы. Ну, так он же выбирает. Он создатель катки. Он все настраивал. Ученые инженеры рассчитаны на 15 игроков, я не знаю, сколько вас будет, потому что у нас 7, а не 15. Ну, там нет, максимум. Там в настройках можно изменить. Но надо одного ученого, одного инженера. За кого голосовать, короче? А у меня это вылетело топово. Ну, зайдешь снова. Не договариваюсь. Не договариваюсь. Ну, блин, если это лайм, то я не знаю, что я сделаю. Что ты сделаешь? Господи, лайм. Дай, пожалуйста, тактику, как сделать всегда спокойный голос. Такой же, чисто. Я не знаю, мне просто... На самом деле, я люблю играть за члена экипажа. Да я тоже. Я не играю за импостера нормально. Я не умею нормально убивать. Я хотел убить темного зеленого. Ты вывозишь, чисто вывозишь спокойным голосом. Если бы я не слышал твоего голоса, возможно, я бы изменил свое отношение. Как... А так ты просто говоришь спокойным голосом, такой чисто попиваешь зеленый чай там, небось. Нет, я кушал шаурму просто недавно. А, понятно. Да почему я не могу быть инженером? Даня, что по шансам? О, ребята, зайдите в Микунгт, в медотсек. Ну. Иду. А, понял. Я мирный. Ок. Зайдите в оружие. В оружие. Давай. У меня нет. У меня только вот это. У меня тоже вот это. Скачать. Так что у меня есть? У меня в столовке есть что-то. Так вдруг это выкидывать мусор? У вас в столовке квадробры или мне послышалось? Нет, я думал, просто в столовке у меня есть задание, просто я думал, что там выкинуть мусор. А мне нужно карточку. А там не выкинуть мусор, там перекинуть. Да блин. Ой-ой-ой. Я опять ученый, я просто сидел и вот заметил то, что розовую убили. Почему я опять ученый? Что за факт? У нас тут почти все инженеры и ученые будут, по-моему. Да, братан, я уже третий раз подряд обычный член экипажа. Короче, изменить все это. Короче, смотрите канал в Ютубе, если вы хотите, чтобы я выиграл эту игру. Нет, без рекламы Today. Пока что подозрений ничего нету. В описании! Где был найден труп? Нигде. Ну, там нигде, это... я просто поэтому ученый. Я лаптоп заметил. Давайте скажем, пока что скип, это скрипер, пока что скипер, инфы мало, пока что скипер. Я по приколу проголосовал за скрипера. Я умею, это, я кукловод просто, поэтому так хорошо играю. Что это кукловод? Я дергаю шаверму, наверное, и сразу это. Ну конечно, шаверма это, ну... Плюс 1000 к ауре. Плюс 1000 к умению жить. Кто из вас хорошо умеет карточку прокладывать, это? Я. Повезло, я тоже умею. Это очень удобно. Три мультимобиля. Три. Так, я очистил фильтр. Крипер просто стоит. Блин. Крипер. Безышный чувак, ты настолько хорошо. Сейчас. Если у вас нет никаких типа подозрений, то, блин, зачем нажимать кнопку? У меня идеальные подозрения. У меня очень хорошее было сейчас. Вот просто наш БЗ1 МДК. Просто по приколу, когда я выполнял задание в админе, ну просто. Из ниоткуда, просто из воздуха появился, просто по приколу. Не, это я не инженер просто, я появился. Какой инженер, ты даже не из люка вылез. Даня, если ты инженер, скажи, сколько секунд задержка на использование люка. Он даже не из люка вылез, в этом и прикол. Он этот, как его там, невидимка или как их там? Призрак. Невидимка. Не им был. Зараза. Крипер пока. Все, это ГГ. Ты это, ну, ты пропакался. Надо было раньше атаковать.
О, нет. Ну я же говорю, там-там по хомяку, этот просто с 90% шансом становится предателем. Ребята, поставьте лайк на это видео, чтобы мы вычислили второго предателя. Подпишитесь, да, ставьте лайк, видео, чтобы наша IQ увеличилась на 1%. Так, поставьте я лайк уже выполнил на это видео, чтобы... мои задания. А где остальные, я не буду говорить. Поставьте лайк на это видео, чтобы вы, чтобы наша IQ увеличилась на 0.1%. Ноль насколько не умножай, братан. Ну, блин, точно. Ничего не забыл. Нижний мотор, принять подачу энергии. Тогда поставьте лайк, чтобы к нашему IQ прибавилось хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Ну, так, блин, ну, может, картошку какую-нибудь прибавит. Тоже хорошо. Ла-ла-ла-ла. Нас пятеро. Сосать карточка с первой попытки. Повезло. Или умеешь просто. Да, ну, так... умею просто. За годы там надо так, как-то сжать, я не знаю. Ну, не знаю, как объяснить. Надо в тайминг просто. Все, у меня все задания выполнены. Сосать Америк. Так, мне осталось... немножко. Осталось одно задание, ура. Все, можно ходить. Видимо, кто-то его очень сильно любит, не любит. Угу. Ну, подпишитесь на мой YouTube канал, чтобы я восстал из мертвых. И навалял круиды. Подпишитесь на мой TikTok, чтобы видели мои старые видео. Так, блин, я вроде бы что-то такое видел в TikTok. Кто-то из нас обратил. Ладно, вы делаете, что хотите, а я пойду это. Где это там это? Где это? Где это? А я буду продавать товары на PlayRock, ведь PlayRock это лучший маркетплейс. Нет, 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 они нам не заплатили, они нам не заплатили, нет. Ну мне заплатили, так что все. Поделись тогда. Короче, сейчас будет рекламная пауза, пока у вас происходит там как, короче, сраж. Roblox. Ваш, я хочу сейчас быстро это прорекламировать одну вещь, связанную с BZ1 МДК просто. Так что все, делайте всякую хрень. Roblox. Игра, про которую знают тут миллион. Я второй, тут я второй, пацаны, тут я второй. Какого лешего? Ты должен это говорить во время вообще-то собрания, все, не мешайте мне проводить рекламный перерыв. Да блин, рекламный перерыв. Нет, твой брат близнец. Спасибо, ты даешь деньги BZ1 МДК, чтобы он делал новые кемпы. Так, ребята, дубль 15. Смотрите. Вы же знаете такую игру? Roblox. Да, Я рассказываю, знаете, погодите, Roblox... я рассказываю. Лайма я видел, зеленого я видел, Крипера я не видел. Я видел второго себя. Да спрыгни, слушай, я не рекламу говорить, мне за ней заплатили. А на кнопке все время стоял. Если это не крипер, значит это лайм, потому что зеленого я видел. Меня два. Ну я не могу меня два раза подряд становиться импостером, так, так ведь? 35-й дубль, погнали. Есть такая игра Roblox, да, в ней все очень круто. Но в ней есть такой офигенный режим под названием BZMDK1, первый сезон. В этой игре вы сможете побывать и почувствовать себя настоящим настоящим человеком, который играет в Roblox в Place BZ1 МДК, сезон первый. В этой игре вы найдете очень много всего, куча геймпассов, которых еще не существует. Поэтому заходите в эту игру и продвигайте ее перед вашими друзьями. И заходите также в сам
Кемп БЗ1 МДК на ВК. А на этом вся реклама прошла. Всем спасибо. Подпишитесь на мой YouTube канал в описании. Максика 12. Мистер, пощадите рекламу. По крайней мере, мне за нее заплатили. Никто тебе не хочет. Чего не плати? Я ему очень обещаю. Сосать. Если это не крипер, это лайм. Спасибо. Мне кажется... Потому что зеленого я everyday вижу. Ура! Давайте зеленый. Давайте тогда вообще тебя в желтый выкинем, потому что... В начале катки я скан проходил, это много людей видели. Давай тогда зеленого. Отойди от меня, отойди от меня. Я тебя не убью, во-первых. Ну, не знаю, я не доверяю уже твоему голосу спокойному. Спасибо, я очень рад. Ладно, я последний раз не доверюсь. Я тебе клянусь, что это давайте, не я. Давайте, у вас последний шанс выбрать. Давайте, ребята, поставьте лайк на это видео и подпишите на канал ДЗ1МДК, чтобы они вычислили предателя. Пожалуйста, мне нужно кушать. Чедиё, 2 недели. У меня нету паспорта. У него нету паспорта, но лайк вообще не подозрительный. А теперь, ребята, как самый Сигма персонаж, когда вы проголосуете, я буду жестко спойлерить... Пред это или нет? Давай, спойлерить, двое проголосовали нет. Уже. Нет, я это сделаю, когда все проголосуют. Ну, ты больше не надолго. Так сейчас игра скажет. Маликстик. И это... Лайм. Член. Бля. Что? Либо желтый. И предателем являлся... Угадайте, да. Кто это был? Ура. Конечно же. Я же тебе говорю. Победа? Господи. Почему победа? Потому что победа, потому что зеленый был предателем. Стоп. Да. Стоп, зеленый, ты был шейпшифтер? Классик. Амонка. Он был что ли шейпшифтером, потому что я помню, когда меня лайм убил. Так, что? Это я нет. Понял, короче, зеленый зашейптился в этом вот. О, там они в медотеке, у меня в медотеке. А нет, у меня в медотеке. Идите, пожалуйста, я хочу показать вам, что я мирный. Вот, мне... зеленый, сюда. Я могу показать вам, что я мирный. Вот, ура, розовый, привет, смотри. Ребят, подойдите, я в склад, идите в склад, я покажу, что я это мирный. В склад, сейчас, где склад? Склад, вижу склад. Так, ща приду. Идите сюда, вот тут лайм. Да. Да где еще? Вот смотрите. Давай. Вот я в самом низу, вот видите? Да вижу. Понятно. Да блин, вы в самом... Что? Маликтик убили. Не, у меня еще туда не осталось. Так, ну Спантон, я, розовый, и кто-то еще был на складе. Я хотел показать, типа там же есть это задание, где мусор показывает. Да, там мусор. Я понял, но... Почему я стал предателем, когда ВК вылетел, и не засчиталась эта игра? Что за КПЦ? Я думаю, что это крипер. Я думаю, что это саморепорт. Не-н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 е. Смотрите, рядом со мной был лайм, я и розовый. Крипера был один МДК и желтого, я вроде бы не припоминаю. Ну, да. А желтый, я показал щиты. Я показал щиты. А, ну значит это либо. Значит, это либо крипер, либо БЗ1 МДК. Так. То бишь, это, наверное, саморепорт. Ну, БЗ1 МДК уже был. Это предатель. Либо саморепорт. БЗ1 МДК не либо... может быть 3 раза либо... подряд предателем. Это, ну, может быть, они оба предатели. Может быть, они оба предатели, и из-за этого один гонит на другого, чтобы с одного скинули подозрение, и они оба победили.
Может быть, такое. Возможно. Так, все, ребята, дайте мне уже. Тварь. Не, это бы за один МДК. Только он может нас так пранк. Вот ты бы вот. Ну, я думаю, бы за один МДК он настолько умный, чтобы сделать саморепу. Ну, вообще, да. Хотя, может, он... А может, всю эру за один МДК, все эти 8 сезонов или сколько там их... Он притворялся глупеньким, чтобы потом в игре при Among Us сделать настоящий гениальный мув. Ребята, это крипер. Это крипер. Ладно, я верю. Он... Верим. Я выполнял задание, короче, то же самое, что и он. Там надо одну штучку передвинуть, и ты его выполнил. Он стоял полминуты это выполнял. Понятно. Хотя, ну вообще, да, он, ну, во-первых, так лоханулся. А во-вторых, мы еще у нас на этого еще было подозрение. Ну, я выполнил то же самое задание, где он стоял. За один МВК. Если крипер не предатель, то мы выкидываем тебя. Согласен. Хорошая тактика. Так, ладно. Блин, а вот сейчас переходим на рекламную паузу. Реклама! Сейчас рекламы не будет, но потом на монтаже после слов рекламная пауза я там наклепаю Sigma видос. Видос про рекламу Плейса БЗ1 МДК, а потом про рекламу самого БЗ1 МДК. И потом скину это Виталий, чтобы он это жестко... Да. Окей, да. Я вставлю. Да. Да и к тому же, что делать? Смотри, как мы срёмся в голосовании. Куча. Да, я вообще не понимаю, как я это буду монтировать, учитывая то, что у нас голоса постоянно друг на друга ложатся. Там у меня щиты. Чего? У меня щиты были. А, щиты. Ну, уже поздно. Уже поздно. Блин. Твою дивизию. Я вообще в другом конце этой хрени. Давайте, пацаны. 3-9-3-1-1. Лайм, зачем ты там же, где и я? Я же это уже сделал. Надо бежать туда. Блин. Ну я же знаю, что он сделал. Какого черта? Я подаю на тебя жалобу. Я подаю на него жалобу. Все. Все отписываемся от БЗ 1 МДК, всё. Отписка от БЗ 1 МДК, он читер, он третий раз подряд предатель, он читер. Всё, подписываемся на мой канал, Максим 12 Тер, у меня там выходит очень хороший... Почему такая медленная хрень? Чё я улитка какая? Стоп, мы теперь медленные? Не, нормальная скорость на самом деле. О, прятки сейчас будет. Побольше надо. Побольше знаете, сделаем. Знаете, насколько это нечестно? Сейчас будет новый. БЗ 1 МДК был предателем 3 раза. Братан, если у нас сейчас будут прятки, мы можем не успеть просто спрятаться из-за такой маленькой скорости бега. Смотрите. Если сейчас я не буду предателем, то это будет или предателем будет... БЗ 1 МДК. Я сейчас, короче, новую комнату сделаю. Я не могу шарлотать. Зачем? Мама, я кто бы из вас хочет это охотником быть? Кто из вас хочет быть охотником? Я хочу, дайте мне. Я хочу, я был предан. Бразерлин сказал первый, поэтому Бразерлин будет у нас предателем. Ура, наконец-то. Я хотя бы один раз буду предателем. Погнали. Ура, пацаны. Погнали, блин, как же мне страшно. Как же я боюсь умереть. Пожалуйста, не бейте меня. Хорошо, прячьтесь. Так, я сейчас записываю прятки на свой тел, чтобы потом себе самому все приделать. 5, 4, 3, 2, 1. Я иду искать нехуй. Емая. Хороший. Ты очень быстрый? Нет. Я очень пафосный. Я выгляжу очень круто. Ну вот это тебе, они одинаковые, да? Лаковые. Отведённое время, сколько у меня времени? Почему я не могу по люкам перемещаться? У тебя 3 минуты. Да я вижу. Игроки могут перемещаться по люкам? Да, мы можем перемещаться. Я считаю, это нечестно. А там один раз, может, мы прячемся по люкам. Мы не лазим по ним, мы по ним прячемся.
Пощади меня! Ну-ну-ну. И это моя работа. Ты видел, какой я пафосный вообще? Эй, ты кто? Ё-моё. Там людей убивают. Насосать Америку. Ну, блин. Ну. Всё понятно. Что-то тут вообще опасно ходить, мне кажется. Да ты лучше стой на месте, братанчик, особенно когда меня увидишь. Ну блин, да, я понимаю, Люки, это так нечестно. Но слушайте, мы не можем по ним, мы по ним тоже только прятаться. Ребята, один Люк это максимально. Это максимально плохо. Так как вот я случайно нажал на кнопку Люка, и все, и у меня не. И я не мог больше телепортироваться. И все, что мне оставалось, это умирать. Так как я сейчас, так как я сидел в электроштуке, ты бы был в тупике. Он мой Малик остался, по-моему, да. Ой. А, нет, я остался один. Вот, блин, он сейчас за мной. Надо сваливать. Он по-любому ко мне идет. Откуда ты знаешь, где он идет? Откуда ты знаешь? Я не знаю, я так думаю. Он может быть где угодно. Ой-о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 й-
просто... Это правило, каждый раз, когда найдем с ней, вам гласит, кто предатель, именно он. Слушай, это уже не очень как-то прикольно, так как ты вот просто постоянно... Ты и в обычном Амоге примерно 3 раза подряд был предан. Не примерно, а 3 раза подряд. 3 раза подряд? Это не последняя карточка, я думаю. Ты думаешь? Так. Я же могу я знаю, где спам. Ой. Я кого-то видел. О, Крипер, крип пока. Наверху. Так. Ой, блин, Крип, сорян, что спалил, так надо тут было. Тут задание можно делать? Да. Если ты делаешь задание, то таймер становится меньше. Так, задуматься, где люди. Блин, слушайте, полюс такая обширная карта, но вроде бы она... Она прикольно нет, обширная. Прикольная. Для пряток это особенно. Я не знаю, где еще люди. Я буду пытаться их найти как-нибудь, может. Так, мне пришлось посрать свой люк. Просто потому, что я просто обосрался. Я случайно нажал... Блин, я почти... Я прям просто вижу его и такой... Я заметил его кусок шапочки. Прячусь, а потом он берет меня и убивает. Шапочка спалила. Так, надо подумать. Можно я в следующий раз буду предателем? Сюда пройти. Не будь расистом. Ладно. Да, блин. Не будь расистом, уже. А, это плохо, надо использовать эту фигню. Какую фигню? Ну, чтобы зайти в дверь. Я тупой, я думаю, что меня не впускает. Опа. А, блин, только что мог спалить свое местоположение таким образом. Черт. Как, с помощью чего? Звука. Забудь. Хорошо, забыл. Так. Про что мы говорили недавно, я уже забыл просто. Где? Блин, люк успел. Черт, а куда люк ведет? Куда люк ведет? Так, люк здесь? Идет по всей карте. Ну я понял, она в какой-то люк позвонила, я не знаю, куда он идет. Только что слаймы вздох. Слушай, я с одного конца карты могу перейти просто на другой. Просто из одного люка. Вот до доза. Но я не думаю, что этот люк куда-то ведет так далеко. Я только что был прям почти что. Я почти что поцеловал бы за один МДК. Так, что?
Так, погоди-ка, это что-то значит, ты где-то рядом. Ну, не, ты не здесь, нет. Это, не... это было 30 секунд назад. Еще. Ой, привет, розовый, пока. Там, кстати, был уже один МДК. Так что не советуйте туда высылаться. Я где-то его видел. О! Стоп, так, а ты откуда стал? Вообще? Просто у меня сейчас в последнюю секунду вылезло это. 3%. Стоп, что? Так. Это было где? Лучшее место. Ну ладно, я почему-то не играл в прятки, как в прятки. Я просто бегал по всей карте, можно сказать, вокруг. Да. Я даже задание не решил поделать. Я что-то видел, по-моему. Что-то где-то видел. И мне показалось. Нет, это вообще в другой стране. Где оно может быть? Я не понимаю. Так, я буду... Может, это такая... Да, блин, я сейчас приеду. А там же вроде это, в конце будет эта фигня, типа минуты вот еще будет у меня. Розовая, беги, не стой на месте. Розовая, не надо, не прячься в одном месте. Там сейчас тебя будут палить это. Специальные шарики. Они будут палить твое местоположение, они будут говорить предателю где-то. Ты будешь двигайся постоянно. Так, она где-то здесь. Я знаю. Я тут, она где-то. Почему за один МДК уже поцеловали два человека? Не знаю, нет. Тут где-то, тут где-то. Опа, я что-то видел, Куда? Где? Куда? Там. Ты вообще-то... Да, доза. Розовый Нико, да, доза? Я только сейчас заметил. Не иди туда, доза. Не иди. Я видел. Иди в жопу, нет! Не был шанс. Поздравляю тебя. Так, кто у нас не был? Я не был. Оставил. Куда доза кайф. Согласен, кайф. Куда доза сигма. Да. У нас последняя каточка. Давай. Блин, я не разбил. Стой, блин, ну надо было выключить подсветку имен. С подсветкой имен слишком просто найти. Я устрою вам товар вашей жизни. Ну, спам слишком кайф, чтобы поиграть. О, я могу тут задание сделать, ура. Ты понимаешь, я просто реально, как я вам сказал, я устрою вам товар вашей жизни. И мне плевать, что вы скажете на это. Ай. Я крипера посижу просто по приколу. У крипера красивый скин, так что я его посижу. А меня? Нет, посижу. Ну, может быть, дозу посижу. А меня? Спалите только бесплатно за один МДК, чтобы получить сделку в вашей жизни. Спалите местоположение сделки. Ой, почему я уже вышел? Я не знаю. Он, походу, заманит. О, доза. А, тут я ж тебя посижу. Все, доза, я не буду тебя щадить больше. Всё. Почему? Потому что у тебя один шанс. Все. Идите там, любимые пупсики. Я вас так люблю. Особенно вашу вкусную плоть. Информативно. Пока. У тебя, кстати, плоть вкусная. Спасибо за то, что дали ее бесплатно. У спама скин предателя говно. Где ты?
Я найду тебя в реальной жизни. Давай, я живу в том же доме, что и Данечка. Даня, а в каком доме ты живешь? Может, Даня живет в том доме? Ты не задумался об этом? Давайте, нам адрес. Что? Пробили по доксу. Да. Так, скиньте мне еще раз адрес, я просто это прослушал. Я был слишком занят. Я могу его номер телефона сделать. Кто остался вообще? Лайм и Доза. Блин, все, Лайм? Лайм, я говорил, что буду щадить или че? Нет. А ладно, я мне посадил. Блин, ну Лайм надо бы... Так, это сейчас было очень близко, братан. Это было очень близко. Да я вообще в очмеле. Ой, ребята, а вы вспомнили то, что у нас есть такая хрень, как камера, которую я тоже могу смотреть? Да, я и пользовался в прошлый раз. Боже, помоги. Как же я... Как же хорошо играю. Боже мой! Мне кажется, Дозу снова... не стой на месте. Удадоза! Тихо, Удадоза! Да, она профессионал. Она профессионал, слушайте. Как тут делает? Она профессионал в прятках. Капец, Удадоза! Профессионал в прятках. Что она делает? Доза сказала Дозу. Да, Доза получила Дозу. Она только недавно скачала Among Us, чтобы вы понимали. Капец. У нее там первый левел был. Давай, Удадоза. Я в прятки никогда не играл. Вообще, я по-моему. Тоже. А что, Маня, 2021 год, когда там пес стоит? Среди нас был скрытый профессионал. Со всех снимал, когда говорили, что есть специальный код, чтобы ставить крипы, ты же постоянно предателем. Как хорошо, что я не поставил Удадозу предателем, она бы же сейчас нас разнесла. Угу. Господи. Удадоза, ну ты просто кайф. Давайте просто похлопаем. Я согласен. Да, согласен. Все, давайте на следующий раз приглашать не будем. Нет. Я сделаю все, чтобы она была предателем. Знаете что? Можно из полюса на это... На Мираж Кью от вас улететь. Ну, от Дозы. Не, на этом у нас все. Вот. А давайте что-нибудь. Всем до свидания, всем пока-пока, удачи. Playrock лучше маркетплей. Ой, смотри. Все, спасибо вам. С вами были. Подписывайтесь на мой TikTok канал.